Моряков Балтийского флота обучают, как необходимо себя вести в случае возникновения пожара на корабле. Учения проходят на базе тренировочного комплекса «Каспий». Военнослужащим приходится заделывать пробоины в корпусе и в условиях, максимально приближенных к реальным, бороться с открытым пламенем. На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания за минимальное количество времени. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду. Подобные тренировки не только готовят моряков действовать в стрессовых ситуациях с психологической точки зрения, но и обучают их в максимально короткие сроки надевать необходимую защитную экипировку.